Министр внутренних дел Румынии Николай Мога подал в отставку на фоне резонансного дела о похищении и убийстве 15-летней девочки в Каракале и широкого возмущения граждан страны неудовлетворительными действиями властей по предотвращению преступления. Мога был назначен на пост главы МВД всего 6 дней назад. В понедельник по этой же причине свой пост покинул директор румынской службы спецсвязи. «Я решил уйти в отставку с поста министра внутренних дел. Я принял такое решение, чтобы сохранить авторитет этого ведомства на фоне неэффективных действий некоторых его сотрудников, которые должны быть уволены и понести наказание за свои просчеты». В конце прошлой недели полиция задержала 66-летнего автомеханика Георгия Динки из города Каракал по подозрению в убийстве 15-летней девочки. Мужчина сознался в этом преступлении. Пропавшая Александра Мечешану несколько раз звонила в экстренную службу помощи, однако операторы не смогли установить, откуда были звонки. Приехавшая к дому подозреваемого лишь через 19 часов полиция обнаружила труп девочки и останки еще одной девушки, пропавшей в апреле. «Мы пришли сюда, чтобы сказать, что нам страшно. Мы напуганы и боимся покидать свои дома. Мы должны чувствовать себя в безопасности. Но какую безопасность они обеспечивают нам, когда я боюсь выходить из дома?» – возмущается школьная подруга жертвы. После задержания подозреваемого в убийстве было начато внутреннее расследование. Его результаты показали неэффективность действий полиции при поисках девочки и задержании преступника.